Ну хоть дождик продолжает моросить, а все-таки вот визитную карточку Турина хочу заснять. Сейчас покапает на камеру, наверное. Здесь рядом находится РАИ, итальянская телерадиокомпания. Сейчас подойдем, посмотрим, что это за здание. Имеет ли оно отношение к телевидению? Sound Frames. Digital Museum. Интересно. Феллини, Франчески. Интересно. А, Музео Национала дель Синема. Ага. National Cinema Museum Panoramic. А, и лифт, там есть эскалатор. Ой, тьфу, этот. Господи. Короче, подняться можно. Интересно. По крайней мере, сейчас оно не работает. Тут даже за это время велик зарос плющом. А вот действительно фирма лифтами занимается. Ну это уже изобрел его.